Друзья, всем привет! Сегодня будем печь хлеб, но используем для этого не духовку, а обычную сковородку. Замесим тесто. В миску вылить воду, добавить сахар и дрожжи. Перемешать, просеять муку, добавить соль и семя льна. Замесим тесто. Подготовить рабочую поверхность стола, смазать ее маслом и также смазать маслом руки. Выложить тесто и продолжить замес здесь. Тесто месить до мягкости примерно 4-5 минут. За это время оно станет эластичное, упругое, однородное. Затем смазать миску маслом, выложить в нее тесто и накрыть полотенцем. Поставить в теплое место на 1 час. Прошел ровно час, тесто у нас хорошо поднялось, обминаем его. Затем выкладываем тесто на рабочую поверхность, слегка подмешиваем и снова формируем шар. Сковородку смазываем маслом, промазываем хорошенько и донышко, и бока, и выкладываем сюда тесто. Распределяем его по всей сковородке, слегка придавливаем. Снова накрываем полотенцем и оставляем на 15-20 минут, чтобы тесто подошло. Так, тесто у нас поднялось вторично. Ставим его на плиту и зажигаем самый минимальный газ. Накрываем крышкой и выпекаем до румяности низа. Тесто поднялось очень хорошо дополнительно. И сейчас перевернем наш хлеб. Нижняя сторона запекалась у нас 15 минут. И сейчас минут 10-15 запекаем также на медленном огне вторую сторону. Прошло еще 15 минут. Проверяем готовность деревянной палочкой и переворачиваем. Хлеб получается с большим количеством пазух. Он мягкий и пышный. Такой способ выпечки хорош, когда нет духовки. К примеру, мы так печем его на даче. Буду благодарна за лайки, комментарии и подписку. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!